Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это бестселлер прямых эфиров и Института натуротерапии. Перед Новым годом последнее появление. Корень лопуха. 4 упаковки за 1499 рублей. Звоните сразу, потому что мы уже предвидим, да, что будет все распродано всего за несколько эфиров. Расскажите, пожалуйста, Сергей Владимирович, да как корень лопуха влияет на наше здоровье? Дело в том, что корень лопуха – это великолепный препарат, который обладает многими-многими действиями. По нему написано около 400 научных работ, а особенно большая куча диссертаций. То есть первое, конечно, это мощнейшая дезинтоксикация. Будь то интоксикация, связанная с неправильным питанием, будь то интоксикация, что вы сейчас заболели, там какое-то у вас воспаление, бронхит или еще что-то, будь то интоксикация, что вы пьете много таблеток. Даже интоксикация, то, что вот ощущение такое полное организма, вы работали в каком-то химическом производстве или живете в неблагоприятном районе. Второе, конечно же, это такое вот лимфодренаж. То есть это лимфодренаж, это выведение лишней жидкости, выведение лишних шлаков и токсинов. То есть лимфодренаж, что это такое? Это наша опухоль. Лимфодренаж – это всевозможные кисты, это внутричерепная гипертензия. Лимфодренаж – это отеки в ваших ногах. Лимфодренаж – это даже ваш кашель, который не можете откашляться. И это все, опять же, корень лопуха. Это противовоспалительное мощнейшее действие, потому что корень лопуха купирует все виды воспаления. Все, что в организме у нас оканчивается на ит, купирует бронхит, тонзиллит, гайморит. Смотрите, какой состав богатейший. Здесь и корень женьшеня, как адаптоген. Здесь и черная бузина, как раз для наших легких. Шиповник, кладезь витамина С. Подорожник, заживляющее действие. Солодка противовоспалительная, противоотечная. Красная рябина, это как по составу равна красному женьшеню. Хиноцея, это стимулятор нашего иммунитета. Клюква, это природный источник биофлавоноидов, сапоноидов и витамин С. То есть мощнейший состав. Применяете по 1/3. Чайные ложки 1, 2, 3, 4 раза в день под язык, независимо от приема пищи. Все, взяли под язык, взяли, рассосали под языком. Вот прям небольшое количество, 1/3 чайной ложечки. Рассосали и все, и дальше, ну, как бы живите своей жизнью. Дело в том, что вот этот сублингвальный прием подъязычный, лингус, это как язык по латыни, он обладает рядом преимуществ. То есть почему там нитроглицерин под язык, там валидол под язык, там какой-нибудь капотен под язык, потому что под языком очень большая подъязычная артерия, моментально все впитывается и... сразу идет кровоток, то есть вы сразу получаете действие, вот это целебное действие, восстановительное действие, дезинтоксикационное действие вы получаете с помощью вот этого подъязычного приема. Это вкусно, это сладко, это можно для больных с сахарным диабетом, здесь без сахара. То есть это можно взрослым и детям, нет побочных явлений или каких-то осложнений. И это главный товар дня. Только один день. 4 упаковки вы получаете сразу за 1499 рублей. Вот смотрите, остальные препараты уже поднимаются в цене 3500 рублей. На лопух пока действует скидка. Максимально возможная. Звоните, заказывайте. Срок годности у нас 3 года. Обратите внимание, и вы получаете невероятную выгоду. Во-первых, 46% экономии прямо сейчас. Вы получаете, вот смотрите, если по отдельности брать каждый по одной баночке, тоже доступно к заказу, конечно, получается 4000 рублей, да, там без 4 рублей. Но если вы заказываете сразу наш главный товар дня, это 4 упаковки, вы экономите 2500 рублей. Каждый, кто забирает сейчас сразу несколько комплексов, получает в подарок корзину больше, чем на 10 тысяч рублей. Здесь 14 продуктов от Института натуротерапии. Просто позвоните нам в прямой эфир с отзывом, вопросом, с пожеланием там с наступающим Новым годом и получите вот эту корзину абсолютно бесплатно. Посмотрите, сколько здесь всего, просто запасы, запасы на долгие годы. Подарок... Ну и, конечно, 10% скидка. У нас новая акция, только третий да день. Что вы. При оплате заказа сразу картой 10% скидка на всю корзину покупок. То есть покупок. Не 1499, а будет 1350 рублей, я уже посчитал, будет стоить на 4 месяца применения. Ну, это круто. Угу. Но самое главное, я хотел бы сказать, что это подарок, это хорошо, скидки хорошо. Самое главное, это эффективность. Потому что если не будет помогать, даже за 10 рублей не надо вот это все приобретать. Но это реально помогает. Вы знаете, вот у меня вчера был прием пациентов. Вчера была среда. У меня по средам, да. По средам у меня всегда прием пациентов. И знаете, приходит одна пациентка, он так садится, она передо мной и говорит, вы знаете, доктор, у меня вот онкология, и у меня третья, уже четвертая стадия рака, уже метастазы, множественные и все остальное. Я говорю, ну как бы я не Господь Бог, я не могу вылечить всех людей, потому что многие ко мне приходят, вот ну как бы как последняя помощь, но я не волшебник.
Она говорит, вы знаете, доктор, я все понимаю, как не волшебник. Я год пью ваш корень лопуха и вместе чага умиё, вот эти два как бы препарата. Год их пью, и мне с каждым месяцем становится все лучше и лучше. Я говорю, интересно. Я говорю, давайте ваши анализы посмотрим. Я смотрю ее анализы, идеальные. То есть она прошла химиотерапию, она проходит лучевую терапию. Ей удалили грудь, молочные железы, да, с одной стороны, там подмышечные лимфоузлы, все, не метастазы, по МРТ, все как бы доказано, но ей с каждым месяцем становится все лучше и лучше. Mm-hmm. Я говорю, а как вы про меня узнали, как до этого дошли? А вы знаете как? А у меня, говорит, соседка есть. И соседка мне говорит, Люда, иди туда, иди к нему, он тебе поможет, иди, у тебя последняя надежда. Ты понимаешь, что если ты не будешь лечиться, ты умрешь, потому что это неизлечимо. А я говорю, она как это про все узнала? Она смотрит вас по телевизору. И вы знаете, она вот это пьет лопух и чагомумиё. Ей 74 года. Она тут попала в больницу, с травмой, она упала, еще что-то. У нее никаких травм не было. В больнице взяли все анализы у нее. У нее анализы, как у 20-летней девушки. И говорят, как можно на восьмом десятке лет иметь такие анализы? Все нормально. Ни одного нет показателя. Холестерин даже в норме. Ого. И она говорит, иди, это тебе поможет. И вот так, говорит, я вот это все пью, я это все принимаю, а мне помогает. И такой вопрос задают. Доктор, ну вы мне скажите, если я буду дальше это все применять, я вылечусь, я, освобожусь от онкологии, избавлюсь от нее. Я говорю, дорогая моя, я не могу вам это гарантировать, потому что это было бы обман, шарлатанство. Но то, что у вас каждый месяц становится все лучше и лучше и лучше, значит, ваш организм борется и, самое главное, побеждает. Потому что если бы не побеждал, вам бы с каждым месяцем становилось все хуже, хуже, хуже. Поэтому продолжайте лечение онколога, продолжайте это все применять. Самое главное, анализы идеальные. То есть даже химиотерапия никак не влияет отрицательно на ваше здоровье. Вот это такая сладкая парочка, которая реально может творить чудеса. Заказывайте, конечно. Корень лопуха – это главный товар дня. Да нет, это главный товар уходящего года. Последнее появление Института натуротерапии сегодня. Звоните, заказывайте. Сразу 4 упаковки вы получаете. Срок годности у нас хороший – 3 года. Поэтому запасайтесь по старой цене.